религия – это одна из самых таких действенных факторов в обществе. И от того, насколько мирно, насколько дружно межконфессиональное, межнациональное согласие в обществе, это и для экономики, и для политики, и для авторитета страны очень важно. Мне очень приятно, что с обретением независимости нашей страны все народы, национальности, проживающие в нашей стране, получили возможность свободного вероисповедания. Происходит взаимопроникновение культур, взаимопроникновение конфессий. То есть люди становятся ближе друг к другу. Зомбирование – вот это одно из самых страшных явлений сегодняшнего дня. Не обязательно религиозное зомбирование, интернет-зомбирование, зомбирование, если так можно сказать, анархизма. Есть специальные такие международные каналы, которые говорят, ты свободный человек, никому не подчиняйся, ни родителям, жизнь одна. Вот настраивают на такую волну, чтобы против родителей, против старших. В нашем Казахстане очень святые обычаи и традиции. Уважение к старшим. Прочитайте же «Ты жарга», и вы многое поймете. Того же Абая, назидание, слова назидания. Все ведь это для того, чтобы мы духовно укреплялись. А если человек духовно укрепится, никто, никакая атомная бомба их не одолеет.